Я могу хуйню нести только. Всем привет, дорогие друзья, с вами Беттер и Никитос. И сегодня мы играем в ОБТ Том Кленси Ghost Recon. Игра. Том Кленси Ghost Recon. Хорошо. Призраки. Так, удерживайте Е, есть транспорт. Так. Походу у меня тоже графика вообще идеал. Андрюх, посмотри еще раз графику у тебя, просто у меня... Не знаю, как понять вообще. Так. Так, убавить звук. Пора отрабатывать зарплату. Строй. Мне нормально, не тупит ничего. Мне не по душе. Не, у меня тоже не тупит, поначалу просто по чуть-чуть есть. Сесть в машину, удержите так, корм трупов. А у тебя какие предчувствия на мат? По большому счету, я убавил звук, слышу, короче, на полную практически. Нужно сосредоточиться. Слушай, как и сделать нам все быстро, чтобы не оказаться между местными подожди, политиками? Стой. Я стою на месте. Давай посмотрим. Может, можно как-нибудь кинуть инвайт? Вперед, перейти. И автоматами картеля. Первая задача выследить. Прыжки спутник. А тут можно еще командовать отрядом, лол. Кинул мой. Кинул? Так, это прицел. А че у меня? А где? Че, ничего не показывает? А, во, вижу. Так. А как да, да, подожди. Я... О, я к тебе иду. Я лол, я к тебе иду, Андрюх. Да? Где ты? Ну, у меня загрузка идет. Ага, давай, жду, давай. Вы присоединены в канал, да? Шкура Гейминг. Так. А ну и чё? Идет подключение, идет написано. Мидас. А вот. Ой, иду. Подожди, не торопись только, пожалуйста. Куда пропал? Так, кто? Это присесть. Это лечь. Спецназ. Капец, она там будет стоп. О, я вдруг где ты? Ты где? Андрюха! Дарилова. А, вот он ты, да? Ничего, ты что за морда? Что с твоей мордой? Я тебе говорю, я же додоса сделаю. Так, ну чё нам? Короче, нам надо сделать, отыскать лейтенанта. Давай сейчас я убавлю звук у себя, потому что чтобы тебя тоже хорошо слышно было. И ты тоже убавь там, чтобы меня тоже было хорошо слышно. Так, как тут, чё тут? Я не знаю сам, пошли уже смотреть. Уебать, Андрюха, сори, чё могу? Я за спецназ. Давай за них, давай. Ладно, подожди. Ой, как там? Здесь какие-то у нас патроны. Взять патрошки? О, взять, как? Уебать. Прикода! А тебе можно уебать? Комплект на И делаешь, короче. И делаешь себе, короче, комплект. Себе, понял? Ебануться. Комплект еще тут. Угу. Дрон какой-то, лол, дрон. Да. What the fuck, man? Пистолет. Осколочная, УЗИ. АВП, я хочу АВП, блядь. А есть АВП здесь? Есть АВП, но... 40 вон оно есть. Но закрыто еще. Открывать не надо. Ну ладно. Пошли, все, не пошли. Подожди, у меня... Чё за... Опа, чё я взял? Ой. Вот, я с пистолетиком, всё, погнали. Чё, понесать душа в рай? Ну чё, ребят, мы неужели... О, а ты как, чё-то... Нет, я не хочу быть уже там. Как раз перед Боливией. Подожди, наверное, все были у сына на тренировке. Поехали? Я гэнгстер, я... Смотри, ты гэнгстер. Я поведу. Стой, дай я вперёд сяду, стой, затормози. Всё равно я развожусь. Сейчас, подожди. Делай... Тише чуть-чуть. Еще чуть-чуть, тише. А то орёт очень. Да, орёт. Оп, как гэнгстер, сяду сейчас. Всё, я нормально тоже... вот так. Дай сейчас убавлю чуть-чуть, чё. Себя. Козака, помнишь? Голос. Домой, погнали. Понеслась душа в рай. Здорово. Здорово, бандит. Это враг? Я просто стараюсь ловить. Я готов. Смотри. Отдаюсь им полностью, надеюсь, что этого хватит. Я. Ребята его уже там. Подожди, там деньги, подожди, стой. Что там, что-то было? Как выйти из машины, лол? Кто ответственный? Кем может быть, а? Клиент? Да остановись, дай вы. Давай, выходи. Товарищ, компаньеро. Тихо, обыскать труп. Каждый член Санта-Бланки должен знать это. Ибо всякий, кто знает, а как ударить его? Может, он при смерти, я не знаю. Не, у него глаза нет, смотри. Я ему в глаз прям попал, лол. Прям пуля, лол, смотри. Там нет никого, ёбан, лол. Он только что исчез. А как прикладом бить? Подожди. А вот. Как? На Ф. Давай, иди сюда. Ебать, а чё, это враг, что ли, был? Сори. Погнали. Ой, это свой, точно? Понесла, давай. Графика здесь идеальная, вообще, да? Просто, тебе у меня нравится. Даже... Я сам люблю эту игру. Но вообще, мне, конечно, нормальная есть, такая игрушка. Но... Ну, у тебя же по почте, по пизжикам. Нихуя! Никит сейчас будет как в GTA-хе отвечать. Блядь, Андрюха, у меня зашфризить начало. Сейчас как в GTA... Я тоже ничего. Да похуй, погнали.
Как из прицела выйти? Да, смотри, отвечаю, это GTA. Подожди. Я хочу. Стой, дай я за рулю сяду. Подожди, дай попробую за рулем. Здорово! Кто там? Огурчики, огурчики, огурчики. Тихо, а да купим, покупаем, подожди. Ухипай! Ты как так выпрыгнул? Ты ноунейм. Тихо. Да не надо стоять от него, видишь, он стоит, никого не трогает. Я его, подожди, я его убью сейчас, нахуй, слышь ты. Кабачок, блядь, где наши продукты? Алло, до сентября, октябрь. Короче, закрываем им этот коник. Да, слышь ты, стоять. Стой. Чё, драться? Поехали, всё, Ника, погнали. Пошёл вон. Мы тут не одни. Сейчас, подожди, арбуз. Мы тут не одни, подожди, внимание. Отстреливай. Кто? Где? Тикай ко мне, давай, погнали отсюда нахуй. Тикаем, тикаем, блядь, как тикай. Сесть. Викай, быстрее, тикай, садись. Тикай! Мы здесь не для того, чтобы убивать штатских. Садись, мирные жители у нас валят уже, ёпты, из-за тебя. Вали, 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 я там, я стреляю по нему, мне кто-то ВК пишет. Он, они уезжают. Всё, они уехали, ёпты. Всё. Ну ты дудос. У меня аж фризит, ребят. Нажмите М, спасите Амару. Спасаешь Амару? Ну нахрен она мне нужна? А, вот, Амара. Надо... Слышь, точка какая-то отмечена. Мы ехали, чуть-чуть у меня подплю. Да, у меня тоже, у меня... О, там... Здорово! Подвинься, ёпта! Бивар. Фейсер едет. Здорово, блядь. У нас... Я... Молотом вышел, слышь? Едет никто, смотри. Там за нами ох, едут, Андрю. Ёпты, залагал. Блядь, вот это залагал у тебя. Залагал я! Ты залагал? Чуть-чуть. Да, у меня тоже. У меня тоже. Так, тихо, подожди. Давай, вверх, прям вверх. Да? Вверх, да, давай наверх, пойдем. Стартуй. А как, а можно из прицела как-то выйти? Да, 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 это четкая игрушка. А как из прицела-то выйти? Я не знаю, как выйти. На, ёпта. Я не хочу напугать объект. Прекратите глушители. Ой, пистолет! Ой, ты чё? Бля, молодой. А как выйти-то, бля? А Е. Вот всё. Ты чё? Он, бля... Чё, возбил, что ли? Смотри, у него окурок там. Разведка. Разведочка! С. Обучение. Дом. Разведка. Скейп, С. Так, Е, скорпион. Нет, скорпион мне не нужен. Я С нажимаю, вдруг. Смотри. Обучение. Так, подожди. Разведка. Нужно, нужно время, чтобы отметить врагов. И друг, вот смотри. Свои. Подожди. Для использования дрона нажмите Z. Для использования бинокля нажмите Б. Б или Z. Давай посмотрим. Так смотри, у меня... Я дроном. Я у тебя с дроном. Красавчик, красавчик. Подожди. А дай мне заскриню. Ебать тут... Я себя вижу. Задолбали. Подожди. Наведите на цель, нажмите Q для синхронной метки. Выстрелите и удерживайте Q для синхронного выстрела. А где я? Метки помогают готовиться к атаке. Смотри, короче. Пошли. Ко мне иди. Меня куда-то откинул. Я что-то нажал какую-то кнопочку и меня обратно откинул куда-то. Ко мне ты иди. Я бегу, бегу, бегу. Я веселый таракан. Стоп. Здесь враг. Пошли. Че? О, там... Ну ладно, у человека это был как его. Видел? Дай, подожди, дай из бинокля. Смотри. Вижу цель с пистолетами и пулеметами. Заметил. А да, дрон? Видишь? Видишь, я тебе сделал подожди, да? метки? Видишь? А, у меня дрон. Метки видишь? Да, вижу. Я скидываю лево, ты скидываю справа. Подожди, у меня... Окей? Бля, тихо, тихо. Ну давай, пробуем. Раз, два, подожди. Три. Этот готов. Вперед! Пошли потихоньку, потихоньку, потихоньку. Слушай, а подожди, а Неги. Здесь все чисто. Стоп, стоп. Стой, стой, стой. One sec, там еще кто-то есть. Настройки, настройки, графики. Сделай чуть-чуть. А, сглаживание стоит. Нафиг не сглаживание. А там сглаживание выбираешь. Я убрал. Есть, есть, есть. Она. Я заскринил его, слышишь? А как из бинокля у тебя? Алло, а вот. Сглаживание? В смысле, можно убрать, что ли? Ну-ка. Я убрал. Графики, подожди. Так, где? Сглаживание почвы. А здесь только такой прицел, да? Блин, чё-то потупливает, да. Да, я тебе говорю. У меня чуть-чуть прям совсем. У меня тоже, Андрюх. Ну, ты понял. Мы тут не одни. Внимание! Тут Никит, нельзя выключить сглаживание, ты убираешь? Я выключил. Лол. Так, в смысле ты на что сделал? У тебя там прям выкол было? Да. Серьезно? Да. Быстро сглаживание, нет, у меня нельзя выключить ничего. Ага, вижу одного, давай. Подожди, ты подожди меня, все, я готов. Иду. Его ты дудос меня то подожди, я же тебя ждал. Он... Тут курица, Андрюха, бля. Яйца берем? Нахрен тебе яйца. Тихо, поместить.
Андрюха, смотри! Че я съел? Ты где? Снизь, я что-то поставил. Я что-то сюда поставил, слышь, боеприпасы вот сюда куда-то. Что-то сделал, я на Е нажал, иди сюда. На Е? Да. Давай. Вот видишь? Подожди, вот сюда. Подожди, подожди, подожди. Вот прям... О, Андрюха! Мясо жрать, айда! Эти припасы стоп, поднимут Андрюха, наш авторитет. Андрюха, я мясо приготовил, этот... Давай, я убил. Ты ее добиваешь? Правильно? Пошли, все. Погнали. Что можем сказать, Андрюха, об игре? Игра стоп, охерительная. Игра идет по стелсу. Ю, поиск отеля. На сторожевой вышке. Где сторожевая вышка? А, нет, видишь? Вон она, вот, вот у меня. Вон, где враг? Это кто? Допросить. Да, враг. Ты что ты? Это, это нет, это враг. Серьезно? Нас увидели? Я же говорю, стрелять блять, надо в него. А, вы... Я же говорю, на него надо стрелять, ёпты. Не, вот. Куда я убил, я бахнул. Мешками с песком. Сори. А, я не знал, что нужно его именно уничтожить. Провалено, найс. Бля. Знаешь, кто его убил? Того-то, парня. Я пнул его, чё я? Не спеши, бля. Ладно, давай, не буду спешить. Я что-то поторопился. Так, давай эту сделаем хотя бы миссию. Здесь плохие. Давай. Так, и потом может, метод может... Ставлю, да? Да, да, тихо, тихо. Чё, стреляем, не? Подожди, или... Сейчас, подожди, подожди, да, да. Враг убит. Я хотел, чтобы чётко по стелсу. Тихо, тихо, там тихонечко, тихонечко отметь. Оп, спецназ некий. Ебать, ты жесткий тип вообще. Подожди. Метки? Отметь, отметь. Давай, давай. Раз, один с пистолетами пулемёты. Давай, я право от этого. Вижу вторую цель. Поехали, раз. Раз. Тут дос. Раз, и все, и стреляй, ёпты. А, раз и харбас, понял. О, здорово. Зачищаем и уходим. Свинья. Блядь, бидолага. Давай кремируем её, что ли. Слышишь, дани горят. Чаем и уходим. Чё такое перед... А, понял. Зачем их вам? Правильно? Блять. Сука. Андрюха, блять, текстуре застрел. Ух ты. Тихо, кто-то там. Вон кто-то. Вижу. Тихо, тихо. Одного. Враг уничтожен. Аккуратнее здесь, видишь? Поместить я помещаю боеприпас, слышишь? Давай это вот. Это аптечка же, не? Да, типа того. Сука. Тупая ты шкура. Давай, вот он там, вот и теперь попробуй сам, я потому что... Где он? Залазал первый. Так вон он, прям там. Вот боец картеля. Вон там, на сторожевой вышке. Допросить надо его, а не убить. Подожди. Понимаешь? Стой, давай дрон кинем, посмотрим. Подождите, я дрон кидаю. Подожди с дроном. Не-не-не-не-не, не надо туда. Вон дрон. А как переделать вон. Мне? Вон дроп. Я летаю дроном еще. Вон он. Он с кем-то разговаривал, слышишь? Надо допросить как-то его. Давай-давай, я иду. Спасение. Я ушел из него. Надо прикладом его бахни. Как? На F, 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 F. Подожди, подожди, тихо. Тихо, без палева, давай, тихо. Давай, тихо. Давай, давай, без палева его. Ебаш! Ой, хорош! Всё, взял. Ты как это сделал, слышишь? Смотри, Снегер, смотри. Меня, придурок. Ты отвечаешь дурак. На вопросы, иначе я всажу пулю тебе в брюхо. Нихуя ты жесткий, Андрей. Тихо, тихо. Остынь, козел! Чего ты хочешь? Амару, где его искать? Жестко. Ты серьезно? Вот чего тебе надо. Не вопрос. Он на ферме Атоя. Вперед! Ферма Атоя. Там узнаете, что мы делаем с теми, кто идет против Катери. Да что, не надо его, подожди. На, типа. Ты дурак! Нам нужно да она! М для открытия тактической карты. Давай. Давай, давай. Че надо? О, новая, вон, вон новая, вон. Вижу. А, нет, или сюда. Куда надо? Амару, дядя, да. Ну, туда. Картель не убьет его, так, ну пока не вытянет все, что Амару знает. Тихо, 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 давай. Мы не можем приказа. Рисковать. Слишком много от этого зависит. Ебать, на, ёпта. Так, ну тебя нахуй, слышишь? Тихо, давай. Кто там? Моцик некий, я моцик увидел. Подожди, бинокль.
Пошли, пошли, пошли. Подожди, как они там? Там враг, сори, врагов. Вон враги там дохера, ты чё? Ныкайся, ныкайся. Вон. Вон, я раз отметил, два, три. Вон, они к тебе идут, алло. К тебе идут. Вижу, давай, вижу, вижу, вижу. Я стреляю. Подожди, рано. И ждать, пока мы обнаружим и спасем Алла. Нормально, я разобрался с ними. Один разобрался? Да, троих. Там еще кто-то едет, походу, на Москву, слышишь? Я, короче, там на машине, пойду. На машине кто-то. Вперед. А ты где? Как ты спустился? По лестнице, ёб, ты чё, не говоришь? А, да? Я просто хотел так, как ассасин. Там так, машина, ну всё, была. Давай, вот ты раз можешь здесь есть. Машина, машина. Цель ликвидирована. Не знаю, кто это был, но я. Я его, одного. Так, Ник, ну чё? Уровень 2 я. Подожди, а где мотоцикл? У меня мотоцикл. Вот он. Идешь? А вон раз. А кто еще едет? Прям. Блять, я привык как в этот на F, типа. Типа, понеслась душа в рай? Куда едем? Вон, под точки. Так надо. А, да, вижу, желтый, да? А да, поехали прям так. Ебать мой рот. Жестко, жестко, жестко. Это GTA, ёпта. Я уверен. Да ну нахуй. Ты по скалам, как я, что ли, едешь? Нет. А я, да. Я нормально еду. Поехали, поехали. Подожди, да, меня, я сзади, Андрюк. Вау, блядь! Фига себе, я дрифтер. Надо же его. Поехали. Бащ. Я гоню, гоню, гоню. Мама, давай. Я гонщик просто. Мама, я байкер, ёпта. Мама, я ГТАшник. Ой, куда я поехал? А, да, правильно. Так, нега. Туб... А, все правильно, да-да-да. Правильно, давай. Так, мне, нам надо спасение Амару, освободить Амару. Погнали. Да. Блин, четко, вау, чё-то, ребята, короче, в следующей серии мы уже все сделаем здесь. Ну, я имел с графикой, да? Ну, сделаем, наверное. Все, и будет уже, вообще будет ништяк, ёпта, по горам, блин, как беда, твою. Ебать. Ребят, здесь. Ой, тоже, я в кактусе. Угар есть, блин. О, дро! Здесь тоже есть угар, некер. Показывает. Жесть. Жестко, а блядь. Где я? Где я? В кустах едем. Ох. Тихо, вот тихо, там враги. Да, все. Тихо, давай его вырезать, вырезать надо. Пойдем, мотоцикл. Так, я подожди, с бинокля, давай посмотрим, что там есть, вырезать, типа, что там. Вон враг, вижу. Раз. Метку. Вон, вон, вон. Вот раз. Подожди. Нажмите 3, чтобы использовать пистолет. Чтобы подкрасться, прыгнуть с помощью. Вон, вон еще, видишь? Два. Три его на заложник, походу, дело. Я могу дрон выпустить. Подходим. Подожди, видишь, я отметил, вон, раз, среди два. Среди боевиков много бывших. Кто-то, подожди, кто-то убил, походу, вон он, справа, я сейчас убью его. Если Амару попадет под шальную пулю, справа. Операция цели справа убил. Провалится еще до начала. Подожди, ну, дайте, давай. Пропали. Я дрон, я дрон. Вон я еще дрон. Один, смотри. Вижу, я дрон запустил, слышишь? Надо вон. Пропалить. Раз, два, три, четыре, четверо, пять слева. Я с дроном, слышишь? Я на дроне. Вот того. Стой, мой. Готов. Я готов. С дроном летаю, слышишь? Ты? Еще одного скидываю. Вон он, готов. Еще один. Справа, справа, йо, слышишь, что ты берешь? Внутри сарая. Я его отметил. Подожди. Вот три. Вон он, вижу. Тут камера. Что-то. Готов, успел. Все, зарядки нету. Сейчас я сяду. Ладно, все в норме. Все, дрон сел. Понял. Сейчас сядет. Смотри, минус. Цель все внимательно. Готов. Цель уничтожена. Подожди, некет. Пошли быстрее. Здесь один боевик. У сарая. Тихонечко. Там вертолет, что-то надо что-то сделать. Сядь. Дрон запустил что-нибудь, не? Подожди. Пошли быстрее. Вот так. Да спалили справа. Меня? Да. Справа вон он. Готов, все, нормально. Где справа? Справа, вон он справа, алло. Где? Убил, вон, убил. Да, ребят, короче, надо в следующей серии чуть-чуть... Трюх, я на вертолете. Графика нам... Подожди с вертолетом. Как управлять? Понял, я... Тихо, нет, как сесть, бля? Открыть. Хрена открывает, а не упустно открывает, двери. Там это, допрашивай. ОМОН, блядь, алло. Слышь ты, ротоподъем. Ты чё стал? Пошли, пойди. Ну вот иди ты, ёпта. Вы Амару? То, что от него осталось. Да я эту дверь закрою. Мы вытащим вас отсюда. Всё, уходим. Тикаем? А вертолет? А, нет, да.
Так давай на вертолете, иди, полетели, иди. Полетели, давай. Я не, мне не поеду на него, это нахер надо. Все, я тут как гангстер сел, ты такой. Как гангстер, да-да-да. Так, обучение есть. Нажмите Shift для подъема, используйте Ctrl для спуска. А магазин тут есть где-нибудь купить оружие какие-то, не? Блин, я ни хрена не понимаю, но... Ладно. Давай, 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 давай. Куда вы меня ведете? К вашим друзьям. Давай, давай, друг. Так, пак Атари заключил сделку с проклятыми я. А, изи вообще. Молодой дурак. Изи? Обсудите это с ним, сеньор. Понял. Не... А у нас есть парашют? Никакашки. Прыгать можно? Чисто так поржать. Зачем? Я прыгнул. Клопай ресницами и взлетай. Прикольно. А чё, сейчас мы закончим, а потом этот? Потом всё. Серия на этом кончается, блядь. Да. Как? Дос! Как, блядь? Я не знаю, как управлять этим говном. Ой, блядь, я чуть не брезганул прям на скалу. Жесть. Мы чуть не сдохли, короче. Что делать? Блин, так вон, знаешь, как мы на нём-то сели? В принципе, надо бы было тачку взять и поехать. Нормально. На такси надо было вызывать. Оглянуться, аль? Что, блин? Аль? Реально оглянуться можно, ёпт. Свет. Тангаж. БС. Посмотри, Андрюх, посмотри, как я этот вообще сижу. Мне пофиг, даже не держусь, смотри. Я вижу, тебе вообще по барабану. Поначалу бои обходили такой стороной. За ними охотится чума. Всерьёз. А чё, у нас есть вообще там? Висит, сука. Наверное, мы сумеем. Наверное, мы сумеем помочь. Немного помочь. Конечно, сумеем. Конечно, сумеем. А вон нам туда вот, да? Или нет? А вон, желтая была. Подожди, а чё он там? Там новая миссия, направо добавь. Вау, тогда полетели. Блин, ну с графикой, да, ребят, надо мне чуть-чуть поработать. Чё ты... Я встал. А ты чё встала? Я встал. А вот всё, нормально. Благова. Так, с графикой мы чуть поработаем с тобой, да? Блин, на низку поставил. Подожди, подожди, подожди. Готовься! Давай. Падать, блядь. Блядь, тут... Да я прыгну, мне похуй, я прыгну. Рано! Вот так. Рано, блядь! Подожди, ты что? Чё, всё что ли? Подымай меня, брат. Ты чё, упал что ли? Да. Вот лошара, а. Подымай тут этот... Меня... Смотри, меня кого-то хоронят, слышишь? Смотри, на похоронах. О, ты чё, у меня искусственное дыхание? Чёрт, ещё, блядь, ты там мне в нож просто врыло. Блин, подлагивает, ладно. Мы это исправим, ребят, по-любому. А низко оставь. О, ой, здорово. Бабуля, здорово. Стоп, ты чё, Федя, уйди-ка, тут это наш район, так, блядь. Так, чё делать надо? О, во, слышь, оружие какие-то. Взять комплект. Дайте снаряжение. Я снаряжение какое-то беру. Да, я тоже посмотрю. Снайперка, лол. Снайперка? Вот один. Тоже хочу. Подожди, я этот гангстер, ребят. У меня тоже снайперка. Всё. Снайперка, лол. Ну, практически, ну, то есть... Как сказать, снайперка? Ну, или я беру кемперку, короче. Всё. Я тоже беру. Подожди, ну-ка проверим. Ебал? Нет, ему не надо. Ну давай на тебе. А, нихера себе. А это будет снайперка вместо того говна. Понял? Че там? А как нам? Так, ну ладно, снайперку мы открыли. Да, слава это богу. Вот дудос, я думаю, все что ли? Спасибо, ну-ка, Мару, подожди, перевести. Дурак что ли? Ебать, Андрюха, этот мирный житель Белыч. Я не пойму, подожди, куда нам его надо отнести? Слышь ты, ноунейм, тебя куда надо? Так, считается, душевно так, движение 26 было основано на базе. Проберитесь к Мару и эвакуируйте его любой ценой. Ну, а куда? А, в точку Итакао Эхо. А где эта точка? В смысле? Так вот она, вот, лол, надо вот эту дверь открывать. А вот, всё. Точняк. Ой, даркоманы, блять, мы не могли дверь открыть. Эвакуировать, да? Всё? Да, вот, всё. Ты ранен. У меня талер говорит. Ранен, конечно, ранен, на вертолете то полетай сами. Опа, здорово, Ишак. Санта-Бланк, не самая привлекательная. Сука, пацаны подстрелили, нахуй, разборки, короче. Меня тошнило. Стрелка одна была. От разговоров. Вот. Пацаны за стволы схватились, прикинь. Которые короче, вели эти дьяволы. Они за стволы схватились. Но вот методы допроса. Дай-ка... У них
Пивка. Это были Юрий и Ипполита. Выпью 100 грамм, да? За любовь. Юрий и Ипполита. Короче, эти ублюдки пытались сандавали, как кепка такая. Это вообще не по-пацански вот так вот. Пистолеты. Когда освободили Амар, увидели. Я вообще не понимаю, что они схватили свои пистолеты. Но я не видел Юрия и Ипполита вот уже дня 3 или 4. Не знаю, где они. Я думаю, блядь. Надо узнать больше. По-любому надо. Мы обыщем каждую деревню и каждый лагерь. Кто-то должен что-то знать. Кто-то должен это сделать и опросите вражеских офицеров и гражданских. Что угодно. Ну слушай, у меня закончился, у меня что-то еще. У меня пока нет, подожди. Я все, я досырел. Она у меня ушла? Так, ну, все ушли, задание выполнено, и такао, и на этом, внимание, Никита... сейчас пойдет фаербоум, а Юрий Ипполита... О, смотри, что сделал, подожди. Как так сделал, алло? Подожди. А, открыть тебе навык, давайте посмотрим еще. О, а как? Навыки. А как? У меня написал на А, вот. Стрельба с бедра или стабильный прицел? Навыки. Доступно. Давай, стрельба с бедра. Навыки, вот оружие вижу. Стрельба. Давай стабильно. Прицел, я в прицеле делаю. Бедра получается. Оружие. Ну давай стрельба с бедра. Подожди, а почему только с бедра можешь, что ли? Почему? Доступен один навык, ну. А, два. Только с бедра, короче, слышишь, можно пока что. Оружие. Ну ладно, короче, ребят. С бедра этот. Да, на этом сегодняшняя серия у нас заканчивается. Да, всем Идите, короче. Будем снимать следующую. Спасибо за просмотр, правильно? Да. Всем удачи. Все, всем удачи, всем ребят, пока. Всем покедова. Следующее. Новое видео, да? Пока-пока.